Всем привет! Вы на канале Мисс Полли! Сегодня снова видео! Как вы уже заметили по моим перчаточкам и очкам, мы сегодня проводим эксперимент! А что именно? Мы будем делать бомбочки для ванны! Кто любит бомбочки для ванны, ставьте лайки! Поехали! Для проведения эксперимента вам совсем-совсем немного понадобится ингредиент. Самые главные — это лимонная кислота и сода. Лимонная, сода. Соды должно быть столько же или немного больше. Где можно купить лимонную кислоту? Ее можно купить в любом продуктовом магазине. Я ее купила за 5 рублей, но она стоит, может, в пределах 10. Выглядит примерно так. 10 граммов пакетик. Ну, ничего такого, мы не будем рассматривать. Дальше. Нам нужна аскорбинка. Вы спросите, для чего нам аскорбинка? Она нам нужна, чтобы придать нашим бомбочкам цвет и запах. Почему мы выбрали именно аскорбинку? Аскорбинка не вредна, и наши бомбочки будут безопаснее. Далее, нам нужна любая емкость и палочка для размешивания. Я стакан выбрала. Давайте же начнем. Поехали! Вот мы сначала смешиваем нашу лимонную кислоту и соду. Я люблю это делать, кто любит вместе со мной, ставь лайк. Эп, оп, оп. Работаем в перчаточках, как вы видите. Да что ж такое-то, прилипло. Давайте сделаем это с помощью палочки. Потому что так будет. Для чего нам палочка, вопрос? Все, конечно, будет по вашему столу. Вы сразу же, когда начинаете эксперимент, сразу же знаете, что у вас стол будет нечистый. Далее. Мы перемешиваем это все. Вот мы смешали, давайте отставим и займемся нашими аскорбинкой. Так, кладем, поэтому я приготовила лист. Кладем. У меня есть такая стукалка. И давайте же начнем. Прости, аскорбинка. Люди, не повторяйте мою ошибку. Вы кладите по центру, а потом закрываем и толчем. Кто сделал то же самое, пишите в комментариях. Кто такой же тупой, как я? Простите, соседи. Теперь нам нужно высыпать этот порошок в нашу прошлую смесь. Так, аккуратно, будьте аккуратны. Я стараюсь быть аккуратной. Смотрите, как у нас получилось нежно-розовый с белым. Теперь толчем. Смешиваем, точнее. Смотрите. Хорошо смешиваем, чтобы равномерно наш розовый порошок был. Вот настал самый сложный момент, мы смешали все. Теперь нам нужно добавить туда совсем-совсем немного воды. Равномерно распределяя и в это время же размешивая. Аккуратненько, аккуратненько. Смотрите, какие пузырики. Вот мы вылили все до последней капельки. Я хорошенько размешиваю. Хорошо размешали.
И у нас получилось такое, как бы, тесто. Нам нужно вытащить из нашей емкости и положить на какой-то листок. Опа. Вытаскиваем. Предупреждаю, не ешьте, пожалуйста. Это очень будет вашему здоровью вредить. Оно такое соленое. Конечно, я уже попробовала. Как же, если я не попробую? Как же я вам скажу? Что-то у меня даже в животе теперь забурлило. Вытаскиваем все до последнего. И мы теперь должны слепить какие-то фигурки. У кого есть формочки какие-то, может быть, кто-то делал раньше, покупал наборы, то можете, конечно, и формочки положить. Но у меня, к сожалению, нету. Я хочу слепить какие-нибудь маленькие кружочки. Ой, жизнь мне. Опа-момп. Привет! Это будет голова какого-то... Это череп. Кто видит? Кого что это кажется? Это череп у меня. Так. Можно сложить, не знаю, что-нибудь там. Лепешечку. Не пробуйте. Не пробуйте. Нет, лепешечка не получится. Давайте кружочки просто сложим. Это будет, конечно, просто. Но ничего. Чик. Так, и последнюю. Смотрите, на что похожи мои перчатки. Конечно, все может валиться на пол. Ну, ничего страшного. Вот, мы слепили наши фигурки. И теперь они должны полежать на батарее. Чем дольше они будут лежать, тем лучше получатся бомбочки. Я кладу их на батарею. И все, давайте, поехали, увидимся. Вот что у нас получилось с бомбочками. Наши бомбочки высохли. И смотрите, просто понаслаждайтесь. Вот такое у вас будет в вашей ванне. И на этом мы заканчиваем наше видео. Всем пока. Вы были на канале Мисс Полли. Пока-пока. Смотрите мое следующее видео.